Вообще я хочу сразу сказать, что глобализация – это такой термин амеба. Вот такой известный политолог и публицист, замечательный Сергей Георгиевич Кара-Мурза, он в одной из своих книг, по-моему, в книге «Манипуляция сознанием» пишет о словах амебах. Вот слово «глобализация» или «глобализм» – это типичное слово амеба, когда все нацелено на то, чтобы по возможности люди не понимали, о чем идет речь. Глобализационный проект касается абсолютно всех сфер жизни и, конечно, затрагивает семью. Вот если говорить светским языком, это такой проект модернизации всемирной, что ли, когда уничтожаются границы государств, уничтожаются традиционные культуры, даже язык. Все должны будут говорить по-английски. Уничтожаются, что важно для нашей темы, границы между патологией и нормой, границы между дозволенным и недозволенным. А переходя на язык церковный, между грехом и праведностью. И вот это прямо затрагивает семью. Дело в том, что семья – это союз любящих мужчины и женщины, которые дают друг другу обет верности, венчаются церковным браком, если это церковные люди, регистрируются в ЗАГСе, даже в церкви теперь принято показывать справку о регистрации брака. То есть церковь уважает государственное признание брака. Вот люди, которые, если они не будут страдать бесплодием или если они не дадут какой-нибудь специфический обет монашеской, братско-сестринской жизни друг с другом, как дал, например, Иоанн Кронштадтский, по договору со своей женой Елизаветой, вот он жил с ней как брат с сестрой. Но это бывает очень редко. Так вот, если этого нет, ни бесплодия, ни договора жить в чистоте рядом друг с другом, то люди, в общем-то, конечно, надеются, что Господь дарует им детей, и они будут иметь детей столько, сколько даст Бог. Вот это есть правильная модель брака. Что касается глобализации, то так как она отменяет границы между нормой и патологией, то браком в этом глобальном пространстве, отменяющем культуры, в том числе и религиозные культуры, в том числе и христианскую культуру, православную культуру, неважно будет, двое ли мужчин заключили брак, или две женщины, что с точки зрения нормы браком не является. Так что глобализация уже тем препятствует нормальному браку, что она неправомерно расширяет границы этого понятия. Кроме того, в глобализационный проект входит сокращение рождаемости, сокращение населения, так называемая идея золотого миллиарда. Поэтому брак не может поощряться как нечто нормальное, как нечто желаемое для молодых людей, поскольку брак, как я уже сказала, нормальный брак приводит, как правило, к появлению потомства. Один из признаков глобализации – это насаждение безнравственности, так называемого безопасного секса, пропаганда этого безопасного секса в молодежной среде. Навязывание таких моделей поведения и моды, которые плохо сообразуются с браком. Разврат плохо сообразуется с браком, потому что молодой человек, настроенный на распутную жизнь, он будет пробовать, пробовать и пробовать, у него будут все новые и новые девушки, которые называются партнерши, а не невесты. Вот, и этим пробам не будет конца, пока он не станет старым или больным, в том числе и больным в отношении воспроизведения потомства человеком, когда брак для него уже поэтому будет неактуальным. Вообще же, вот я снова перехожу на язык церковный, на язык православный,
Глобализация – это построение антихристового царства. Царство, в котором грех заменит праведность. Безверие и даже поклонение сатане, а не просто безверие, заменит христианскую веру. Содомский разврат заменит брак, раз уж мы говорим о браке. Любовь к скотским удовольствиям заменит любовь к близким, любовь к детям, любовь ко всему, с чем связан брак. Вот тихая жизнь, какие-то тихие радости, которые связаны с супружеской жизнью и с детьми. Забота о том, чтобы дети выросли хорошими людьми, чтобы они получили вечное спасение, а для этого у них должна быть тоже праведная жизнь, праведная душа, доброе сердце и так далее. То есть на самом деле это сатанинский проект, и воспитание, если можно так выразиться, не людей, которые будут создавать семьи и продолжать род, и продолжать вообще жизнь в своей отечественной традиции, в своей родной стране. Вот. А это воспитание электората для будущего антихриста. Поэтому, конечно, все, что связано с глобализацией, и особенно нравственные, а вернее безнравственные принципы глобализации, вот это поклонение греху, утверждение разврата как нормы, утверждение садомии как нормы. Вот все это препятствует созданию нормальной семьи, потому что все это препятствует формированию каких-то нормальных понятий у молодых людей, которые в будущем должны создавать семью. Патология постепенно занимает место нормы, грех занимает место добродетели. Вот что такое глобализация по отношению к семье. Я надеюсь, что этот проект у нас не пройдет, несмотря на то, что уже очень много признаков в жизни реализации этого проекта. Но мне кажется, что дойдя до какой-то точки кипения, это все получит отпор, потому что церковь в нашей стране тоже укрепляется, и там тоже существует некая параллельная жизнь. Эта жизнь пока существует достаточно прикровенно, она еще молодая, эта жизнь церкви и ее членов. Но я думаю, что когда она наберет силу, вот эта параллельная жизнь, противостояние греху, противостояние глобализации, противостояние построению антихристового царства будет явлено, и, соответственно, нарастет достаточно много молодых людей, которые будут готовы создать нормальную семью. Хочу еще сказать, что этому способствует многодетность именно в православных семьях и особенно в семьях священников. С одной стороны, очень грустно, что у нас рождается мало детей, а с другой стороны, когда я бываю в семьях священников, я думаю, что это будет очень качественный народ. Вот те, кто сейчас растет, и те, кто завтра будут молодежью, будут молодыми супругами, матерями, отцами, это люди очень высокого качества. Их будет больше всего, потому что больше всего детей сегодня в семьях священников. Так что нет худа без добра. Сначала я скажу несколько слов о том, как искусственно, это тоже необходимое условие успешности глобализационного проекта, как искусственно разрывается связь поколений, как искусственно подогревается конфликт отцов и детей. И большинство из нас уже убедили в том, что этот конфликт поколений совершенно неизбежен, что он существует от века, то есть что он появился с появлением людей на Земле. А это совсем не так. Да, такой конфликт, конечно, существует, но в нормальном обществе это конфликт частной семьи, в которой есть ребенок переходного возраста. Да, переходному возрасту, когда, как говорят в народе, играет гормон, когда происходит очень серьезная перестройка всего организма, в том числе и психики –
ребенка, он устраивает бунт против родителей. Действительно, так Творцом задумано, что в этом возрасте подросток пробует свои силы, причем пробует совершенно неравными по отношению к родителям возможностями, поэтому его бунт носит демонстративный характер. Он не может тягаться со своими родителями на равных. Поэтому он показывает себя, показывает, что он их в чем-то превосходит ненормальными средствами. Дурно себя ведет, скандалит, уходит из дома, совершает какие-то дурные поступки, вплоть до антисоциальных, но все это свойственно именно переходному возрасту. И, как я уже сказала, в нормальном обществе это семейная проблема, которая, в общем-то, при нормальном воспитании в культурной семье решается тогда, когда кончается переходный возраст и начинается возраст юношеский. Вот и все. И вот из семейной проблемы эту проблему искусственно делают проблемой социальной и внушают нам, что от нее никуда не деться, что это проблема вечная, проблема отцов и детей, что неправда. Мы прекрасно помним еще по школе, по школьной программе по литературе книгу Тургенева «Отцы и дети». Она появилась как раз примерно за полвека до революции. Что показывает нам, что вот эту проблему начинают подогревать в обществе предреволюционные и революционные силы. Она необходима. Революционерам необходимо оторвать детей от отцов и отцов от детей. Потому что для того, чтобы сбросить с корабля современности, как писал когда-то Маяковский в своем манифесте футуристическом, Толстого, Достоевского, Пушкина и вообще всю традиционную культуру, сначала надо сбросить с корабля современности своих собственных родителей. Сначала надо внушить себе и окружающим, что это предки, черепа, родаки, как их теперь называют в подростковых журналах. Поэтому все их ценности – это чепуха. Они все посыпаны нафталином, но главное, что сами предки посыпаны нафталином, потому что если не сбросить с этого корабля современности собственных отцов, не каких-то абстрактных, а собственного папу и собственную маму, то эти собственные папы и мамы, если ты их еще не перестал уважать, не сбросил, как я сказала, с корабля современности, они тебе скажут: ты что, парень, ты с ума сошел, что ли? Что это ты слушаешь? Что это ты смотришь? Чему ты поклоняешься? Ты что, обалдел, что ли? Так вот, сначала надо наплевать на родителей, чтобы отказаться от культурной традиции. Поэтому всемирные революционные силы, которые сегодня есть, адепты и идеологи глобализации, они очень заинтересованы в том, чтобы оторвать юное поколение от старших, особенно от родителей. Потому что родители, даже если они этого не осознают, даже если это полуграмотные деревенские люди, они являются передатчиками культурной традиции. Они передают традиционный образ жизни, традиционные в данной культуре понятия о добре и зле, о том, что должно, что не должно, что красиво, что некрасиво, что по-человечески, что не по-человечески, что по-божески, что не по-божески. И они и мешают вот этой глобализации, даже если они, как я сказала, сами этого не осознают и не знают даже, что такое глобализация. Они препятствуют разрушению культуры. А я уже сказала, что глобализационный проект, в частности, связан с разрушением культурной традиции. Это будет единое, якобы, всемирное государство, без границ и совершенно унифицированное во всем. В экономике, в политике, в языке и в культуре. Так что для того, чтобы осуществлять этот проект, просто необходимо сделать все, чтобы дети презирали своих родителей. И вот с этим прямо связана ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это
суды и все, что связано с судами для несовершеннолетних. Ювентус – это по латыни юность, юношеская юстиция, юстиция для детей, подростков и молодежи, не достигшей 18 лет. Дело в том, что по конвенции о правах ребенка, которую наша страна подписала одной из первых, еще будучи Советским Союзом, если я не ошибаюсь, в 89 году, эта конвенция определяет возраст детства как возраст до 18 лет включительно. Вот для таких-то и хотят тут затеять ювенальную юстицию. Можно долго говорить об этом на языке юриспруденции, но я скажу попросту. Это будет такой государственный институт, или, правильнее сказать, собрание государственных институтов, которые дадут возможность ребенку доносить на папу и маму, так же, как и на учителей, и на других авторитетных взрослых. Дело в том, что ювенальная юстиция существует в западных странах уже давно. Скажем, во Франции с 1949 года. Плоды она принесла ужасающие, не просто дурные, а ужасающие. Родители уже не смеют воспитывать своих детей. Не то, что в культурной традиции, а вообще даже элементарно. Запрещать им безобразничать, грубить, ругаться, драться. Это все непозволительно, потому что ребенок может в любой момент набрать службу ювенальной юстиции. Ему буквально с горшкового возраста рассказывают, что он, во-первых, имеет право это сделать и должен это сделать. Это не только право, но и долг. И рассказывают, как это сделать. Сегодняшние американские дети, многие, разговаривают со своими родителями, зажав в руке мобильный телефон. И непрерывно шантажируют родителей. Не купишь мне то-то и то-то, сейчас позвоню в службу 911. Не пустишь меня туда-то и туда-то, сейчас позвоню в 911 и так далее. Заметьте, что 911, у нас теперь тоже есть такой номер, это служба чрезвычайных ситуаций. Посмотрите, с чем склеили ювенальную юстицию, куда ребенок будет жаловаться на своих родителей, которые, по его мнению, плохо к нему отнеслись. С чрезвычайной ситуацией – это служба спасения. Значит, это и служба спасения от родителей. Казалось бы, зная, какой страшный опыт мы имеем на Западе, а я еще хочу заметить, что, как правило, ювенальная юстиция совершенно не занимается маргинальными родителями, которые действительно издеваются над своими детьми, жестоко их избивают, толкают к попрошайничеству, толкают на панель и так далее. Вот. С этими родителями как-то все в порядке. Дело в том, что дети, которые и в прямом, и в переносном смысле слова забиты, они не жалуются ни в какие государственные органы. Жалуются, как показал опыт Запада, дети, которых на современном языке называют отвязанные, дети избалованные, дети демонстративные, дети, которых неправильно воспитывали, может быть, из лучших побуждений. А сегодня правильно воспитывать и невозможно на Западе, где уже существует ювенальная юстиция. Я, кстати, когда бывала в европейских странах, а я много там бывала в командировках, я обращала внимание на то, что там совсем нету как-то белого населения нового. Почти не рожают детей, особенно в Германии мне это бросилось в глаза. Потом я уже узнала у знакомых демографов, что в Германии 40 лет отрицательная рождаемость. То есть не на нуле, а на минусе. Население пополняется в основном за счет турецких иммигрантов. Так вот, я по-всякому думала о причинах этого очень страшного, конечно, явления, что страны Запада пустеют. Сегодня я совершенно уверена в том, что не последнюю роль в этом нежелании иметь детей играет ювенальная юстиция. Понимаете, когда мы говорим «ребенок», у нас ассоциация с чем-то маленьким, слабым, трогательным.
о чем мы будем, вернее, о ком мы будем заботиться, кому мы будем помогать, кого мы будем опекать и оберегать. А когда мы знаем, что он хоть и маленький, но доносчик, что мы рожаем себе Павлика Морозова, который, если ему что-то не понравится, позвонит в службу 911, и мы через полчаса, а то и через 10 минут, если эта служба быстро сработает, можем оказаться в наручниках, то, наверное, не очень хочется заводить в доме такого ребенка. Это ведь массовое производство Павликов Морозовых. Заметьте, кстати, что те, кто в начале перестройки громче всех кричали про этого Павлика Морозова, наши правозащитники, наши либералы, так вот именно эти люди сейчас, как выражается, толкают ювенальную юстицию. Именно они громче всех кричат, как это необходимо и как это убережет детей от насилия. Хотя это убережет детей не от насилия, что тоже показывает нам опыт западных стран. Два дня назад я видела по телевизору страшную передачу. Вот это была передача об усыновлении детей иностранцами. И там показывали, что делают с детьми для того, чтобы их отдрессировать в полном смысле слова. Детей, которых привозят из России. В полном смысле слова, потому что для этой дрессировки приглашают бывших дрессировщиков собак. Этих детей придушивают, бьют, привязывают. Придумали даже такую терминологию лукавую – терапию привязыванием. И все это для того, чтобы выбить из них какие-то старые стереотипы поведения и приручить их, как собак, к новым хозяевам, а именно к новым приемным родителям. Вот этим почему-то не занимается ювенальная юстиция. Где она? Это же чудовищное насилие, на которое невозможно было смотреть по телевизору. Нет, ювенальную юстицию придумали именно для того, чтобы благочестивые родители не имели права, боялись бы запретить своим детям дурное. И действительно, с точки зрения прав ребенка, которые будут преподаваться детям чуть ли не с утробы матери по замыслу этих ювенальщиков, хотя конвенция о правах ребенка была придумана вовсе не для того, чтобы ее изучали дети. Ее должны знать юристы, которые занимаются проблемами несовершеннолетних. Может быть, педагоги, родители, но во всяком случае не дети. Так вот, представьте себе, что у нас существуют какие-то уроки типа сексуального просвещения, а их все время грозятся ввести, не говоря уж о том, что эти сексуальные сведения, растлевающие детей и растормаживающие сферу влечений, как теперь модно говорить, интегрировали во многие другие традиционные дисциплины, такие как биология, география и даже литература. Так вот, представьте себе, что хорошие родители, нормальные, нравственные, благочестивые родители не разрешат своему ребенку посещать уроки, которые губят его нравственность. Они немедленно будут обвинены в том, что они нарушают священное право ребенка на образование. Представьте себе, что благочестивые родители не разрешат ребенку покупать грязный подростковый журнал «Молоток» или «Cool Girl». Их можно судить, если воцарится ювенальная юстиция, за то, что они перекрыли ребенку священное право на информацию. А уж если посмеют девочку-подростка или мальчика-подростка не пустить в какой-нибудь там жуткий интернет-клуб. Вы, наверное, знаете, что интернетная зависимость, которая называется по науке кибераддикция, это одна из самых страшных зависимостей, и многие мои коллеги-психологи, детские психиатры и даже педиатры считают, что это форма геноцида, это форма истребления будущего мужского населения. Вот настолько это влияет на все, и на психику, и на физиологию, и на анатомию, потому что это вызывает сколиоз и костные болезни руки, которые ребенок все время нажимает на клавиши. Ну, не говоря уж о том, что он получает там жуткую информацию
жуткую по своей жестокости и по тем сатанинским образам, которые можно наблюдать в некоторых компьютерных играх, причем очень популярных. Так вот, представьте себе, что мать или отец не пускают мальчика в интернет-клуб или на дискотеку, на которой происходит ночное беснование с раздачей презервативов, наркотиков и еще с более страшными вещами. Нормальные родители не могут в такие места пускать своих детей. Они, конечно же, будут обвинены ювенальной юстицией в том, что они перекрыли своим детям право на отдых. Ну и так далее. Такого очень много. А уж если они в церковь, не дай бог, повели, применив какие-то угрозы или даже уговоры, но они трижды виноваты, потому что они нарушили право на свободу совести. Не хочет ходить в церковь их ребенок, и не надо, не смейте на него давить. Те люди, которые хотят насадить ювенальную юстицию, они нам говорят, конечно же, что это все ради тех несчастных детей, к которым применяют насилие. Ну, вы знаете, очень многие гадости, которые сегодня насаждают, они упакованы в такую чудесную обертку гуманизма. Собственно, это и есть сущность информационной войны, в которой мы живем уже который год. Какая-то гадость, что-то очень вредное, упаковано в яркую, приятную оболочку. Поэтому одну из наших книг, написанных с Татьяной Львовной Шишовой в соавторстве, мы так и назвали «Оргия гуманизма». Вот сейчас происходит оргия гуманизма. Все только для блага человека. Мы очень часто реагируем на узнаваемую, приятную, благородную гуманистическую оболочку и не ощущаем, что в эту оболочку запихивают какой-то очередной яд, как правило, смертельный для продолжения жизни. Для продолжения жизни, во всяком случае, в условиях нашей культуры, нашей веры, нашей страны. Еще адепты ювенальной юстиции ссылаются на то, что ювенальная юстиция будет защищать малолетних преступников от колоний. Их просто будут реабилитировать. Реабилитировать в каких-нибудь медико-педагогических или медико-психологических центрах. Вот, и они не будут засужены, что ли. Дескать, колония, она только сделает из них еще больших преступников. Хотя хочу сказать, что это ложь. Я недавно побывала в колонии для несовершеннолетних преступников под Можайском и видела там страшных преступников, не достигших 18-летнего возраста, в том числе и убийц. И хочу сказать, что если где-то есть еще в России место, в котором можно наблюдать нормальное воспитание, воспитание как целостную систему, то это колония. Начиная с территории. Вот я вошла на территорию, это было лето, и везде увидела портреты русских героев, как дореволюционных, так и послереволюционных. Как Кутузова и Нахимова, так и маршала Жукова. Около каждого портрета была краткая справка об этом герое. Уже как-то стало приятно. В обычной школе вы сегодня не увидите во дворе таких портретов. Да, к сожалению, в интернате тоже. А вот в колонии я увидела. Ну и я обратила внимание, как выдержанно вели себя эти ребята, вчерашние преступники, как долго и внимательно они слушали, хотя то, что они слышали, было достаточно сложно для их понимания. Как они потом слушали воспитателя, унося на место стулья и убираясь в зале. Так что жалко, если это все будет уничтожено. А что же придет на смену? Где же будут реабилитировать малолетних преступников?
Что же это за медико-психологические и медико-педагогические центры? Это, например, центр планирования семьи для подростков. Я лично побывала в таком центре. Вот там как раз подростков научат, как пользоваться презервативом, что такое безопасный секс, им расскажут. Как ничего плохого нет в однополых связях, ну и так далее. Все, что полагается рассказывать для того, чтобы не было потомства, для того, чтобы опустошать территорию. Вот представьте себе малолетнего преступника, у которого и так эта низовая сфера расторможена, потому что преступник – это подросток, молодой человек, повышенно агрессивный. Вот. Ему еще больше эту сферу растормозят рассказом о безопасном сексе, потому что словосочетание «секс и насилие» недаром является словосочетанием, часто употребляемым. Когда растормаживаешь что-то одно в сфере ниже пояса, обязательно растормаживается и все соседнее. Так что секс и насилие – это нижепоясные инстинкты, нижепоясные рефлексы и реакции, вот, которые очень тесно связаны друг с другом. Так что вот этим ребятам как раз не хватает для того, чтобы они стали уже настоящими, закоренелыми преступниками, только взятие на поруки такими чудными, в кавычках, медико-психологическими и медико-педагогическими центрами. Вот, так что я думаю, мы должны сделать все для того, чтобы ювенальной юстиции в нашей стране не было. Тем более, что ее отрицательные результаты по западным странам нам известны. У меня в Америке уже который год работает младший брат, имеющий 3 детей. Так что я хорошо знаю из первых рук, что такое ювенальная юстиция и как невозможно воспитывать детей, даже если твои дети растут в русской семье. Его дети растут в православной семье, ходят в церковь, поэтому они на своих родителей не донесут, но зато это сделают соседи. Там дома, во-первых, с очень тонкими стенами, а во-вторых, как правило, даже у людей, живущих в частном доме, совершенно нет никакой территории, поэтому вот эти домики с картонными стенами стоят очень близко друг к другу. И если папа повышает на своего сына голос, как мне объяснил мой брат, то сосед, даже не интересуясь, по какому поводу папа повышает голос, может тут же позвонить в ювенальную юстицию. И к папе придут. И он или должен будет откупиться огромным штрафом, или пойдет за решетку. Я думаю, что такое будущее ждет и нас, если мы согласимся на закон, утверждающий в нашей стране ювенальную юстицию. Так что угроза семье самая прямая будет от ювенальной юстиции. Что касается контрацепции, то насаждение контрацепции – это, конечно же, пропаганда, прямо связанная с глобализацией, потому что, как я уже сказала, в глобализацию входит идея Римского клуба, идея золотого миллиарда. Ну, что на Земле должно остаться не более 1 миллиарда людей. Это будут отборные люди, непонятно, правда, кто будет работать на эту всемирную элиту. Ну, вероятно, всемирная элита, которая это задумывает, считает, что скоро люди для обслуживания уже будут не нужны, их заменят биороботы, поэтому элита останется без живой человеческой обслуги. Так что пропаганда контрацепции – это пропаганда опустошения территории, пропаганда золотого миллиарда, пропаганда снижения рождаемости. Как мы знаем, в нашей стране, к сожалению, есть представительство этой международной организации планирования семьи, центр, который находится в Лондоне, а деньги она получает в основном из Америки. Но Америка вообще является таким всемирным денежным мешком, в основном для того, чтобы творить всякие мерзости. В данном случае эта мерзость, конечно, имеет отношение к глобализационному проекту.
Что касается влияния на отношения супругов контрацепции, я думаю, что любая искусственность, а контрацепция – это уж такая искусственность, что дальше некуда, это вторжение в тайну зарождения жизни, грубейшее вторжение, не может не влиять дурно на семью. Отношения в семье, отношения супругов должны сопровождаться тайной. Представьте себе, когда супруг знает, что жена его как-то готовится, приняв таблетку, вот, ну каково ему будет? Это же ужасно. Ведь интимные отношения как-то должны быть не только тайными, но и стихийными, а не по заказу. А когда один из супругов, а тем более оба, потому что она приняла таблетку, а он знает, что она принимает таблетки, знают, что они готовятся к этому соитию, причем соитию не для деторождения, а для этого самого безопасного секса, ну, конечно, это не может не влиять отрицательно на отношения мужа и жены. Потому что уже нет романтической тайны в этих отношениях, нет спонтанности тяги друг к другу. Она должна быть спонтанной. Я хорошо помню, как один мой друг, это был музыкант, который приехал в Москву для того, чтобы жениться на иностранке, зная, что здесь очень много иностранных студенток, он приехал, снял здесь квартиру и ловил невест. И поймал. Поймал невесту из той страны, в которую ему хотелось уехать. А именно из Франции. Это была очень милая барышня из Парижа, барышня-славистка, которая занималась изучением творчества Достоевского и, как выяснилось, тоже надеялась на жениха, потому что во Франции очень трудно выйти замуж. Там уже 20 лет назад, а эта история случилась 20 лет назад, давно пропагандируется безопасный секс, пробные браки, отсутствие брака и так далее. Поэтому она знала, что надеяться ей не на что, поскольку она была не красавица и из небогатой семьи. И она, собственно, как выяснилось потом, специально приехала в Москву для того, чтобы найти жениха. И вот нашелся мой друг, человек очень пылкий. Он быстро влюбился в свою будущую невесту. Вот. Но поскольку она ему сказала, что во Франции приняты пробные браки, то она сначала попробует, а она поселилась, переехав из общежития Московского университета, в ту квартиру, которую он снимал. И вот однажды этот пылкий молодой человек пришел ко мне в гости. Он обычно в последнее время приходил со своей будущей невестой, а тут он пришел один и сказал: «Все, я больше не могу. Мне не нужна никакая Франция. Мне на все наплевать». Я говорю: «Володя, что с тобой? Ты же так хотел этого. И Моник такая милая девушка». Он сказал: «Я не могу больше, я не могу ничего делать по заказу. У нее все по часам. В 12 ночи она принимает душ, в час ночи начинается безопасный секс. Я больше не могу. Я не могу по часам, я не могу это делать по режиму. Я творческий человек, я спонтанный человек». Понимаете, дело было не в том, что он творческий человек. Дело в том, что этот человек все-таки не во Франции вырос. И для него эта сфера жизни, ну, была окружена каким-то ореолом романтизма и тайны. Он действительно не мог этого делать по часам. А она могла, а ее уже научили, потому что она уже училась в парижской школе на уроках сексуального просвещения, потому что это полезно. Это в режиме надо делать, как чистить зубы, как принимать душ. Это полезно, потому что мужской гормон проникает в женский организм и приносит пользу. Конечно, не надо забывать о контрацепции, а так все остальное очень полезно. Это приносит удовольствие и гормональную пользу. С большим трудом удалось его уговорить. Он все-таки уехал во Францию, но признавался мне, что перестал, почти что перестал быть мужчиной. Вот к чему
привела контрацепция в сочетание с режимом сексуальных отношений. А контрацепция обязательно будет связана с режимом, потому что если вы приняли таблетку, то именно вот сейчас и надо приступить. Так что, конечно, контрацепция очень вредна для супружеской жизни. Я уж не говорю о том, что она разрушительно влияет на женское здоровье, просто смертельно для женского здоровья. У нас с Татьяной Львовной есть такая книга о планировании семьи, она называется «Наследники царя Ирода». И мы целую главу посвятили в этой книге влиянию контрацепции на женское здоровье. Мы так и назвали эту главу «Лекарство от жизни». Не только потому, что это препятствует зарождению новой жизни, то есть зачатию ребенка, а это препятствует и жизни женщины. От сердечных до психических заболеваний вызывает гормональная контрацепция. Так же, как очень вредна и контрацепция с помощью спирали. Любая контрацепция очень вредна. Все, что разрушает, все, что препятствует тайне новой жизни, все вредно. Вообще вредно делать то, что Господь не задумывал о человеке, что противоположно божественному замыслу о человеке. Целомудрие очень красиво. Вот если вы посмотрите самым непредубежденным взором, непредубежденным ни с какой стороны, ни с либеральной стороны, ни с традиционной стороны, а вот просто объективно посмотрите на девушек, которые стоят в церкви, на девушек, которые живут в православных семьях. Я только что была в Марийской области, в городе Волжске, и жила в семье, где верующая мать, и она в вере воспитала дочь. Вы знаете, от этой дочери, от ее подруг, которые тоже из православных семей, просто нельзя было оторвать глаз, потому что лицо и личность недаром по-русски однокоренные слова. Лицо – это проекция личности. И вот у этих девочек совсем другие лица. Они красивые, они освещены каким-то внутренним светом целомудрия, какой-то сосредоточенности, что ли. Целомудрие неправильно понимается многими людьми как нечто частное, как, например, сохранение девственности до брака. Целомудрие – это целостная мудрость или мудрость целостности. Вот цельный человек – это и есть человек целомудренный, у которого слова не расходятся с делами, вера в Бога не расходится с жизнью, который, выходя из церкви, выходя из церковной ограды, остается верующим православным человеком, являет это в жизни, где бы он ни учился, где бы он ни работал, с кем бы он ни общался. Он целомудренен, он не расщеплен на разные куски, его личность не расщеплена, он целостен. Хотя он, конечно, может быть разным по поведению, там даже по одежде в разной среде. Если он идет в церковь, он одевается строго и, может быть, нарядно, если он идет на воскресную службу. Если он идет на работу, а работа у него, например, в молодежной среде, он не надевает галстука, он надевает ковбойку и расстегивает первые две пуговицы воротничка, чтобы легче было дышать. Он по одному ведет себя со старшим поколением, немножко по-другому со своими ровесниками, совсем по-другому с маленькими детьми. Это абсолютно естественно. Но в главном он сохраняет единство внутреннее. Он не предает Бога, он не предает божественное установление, то есть заповеди. Он не предает свою совесть. Он не предает свою культуру, своих родителей, своих детей, свою страну. Вот это и есть целомудрие. И, конечно же, я повторяю, любой человек, вот когда сравнит целомудрие и развращенность,
положа руку на сердце, даже если он сам не целомудренный, он никогда не скажет, что развращенность выглядит красивее. Она очень уродлива. Вообще безнравственность, то есть антицеломудрие, оно не эстетично. А нравственность, целомудрие, наоборот, очень красиво. Этика и эстетика неразрывно связаны между собой. Что нравственно, то красиво. А что развратно, то уродливо. В какие бы пестрые одежды это уродство не рядилось. Людям, которые живут целомудренно, живут по совести, живут по заповедям, ничего не страшно. Но им прежде всего ничего не страшно, потому что они знают, что жизнь не кончается со смертью, в том числе и со смертью, которую может принести какая-то катастрофа. Они знают, что для человека верующего, для человека праведного жизнь будет длиться вечно. Она не кончится с физической смертью. Он воскреснет, причем воскреснет в теле, в преображенном теле и в преображенном мире. Как сказал Господь, будет новое небо и новая земля. Вот прежде всего поэтому ему ничего не страшно. Ну и, конечно же, если наша страна будет состоять из множества целомудренных людей, прежде всего целомудренной молодежи, потому что молодежь – это граждане завтрашнего дня, они будут решать жизнь, они будут управлять во многом этой жизнью. Жизнью, конечно, управляет Господь, но все-таки Господь смотрит на то, как управляют люди миром, который Он им дал. И вот если люди будут управлять миром по божественным установлениям, если они будут у мира сего, как говорят в православии, пять за пятью отвоевывать для мира Божьего, отвоевывать пространство нашего спасения, потому что земное отечество – это пространство нашего спасения. И если они будут твердо стоять на этой отвоеванной территории, беречь ее, охранять, хранить ее в целомудрии, то никакая глобализация не страшна. Хотя апокалипсис предрешен, мы знаем откровение Иоанна Богослова, мы знаем, что этот мир должен кончиться приходом Антихриста. Но не будем забывать, во-первых, что вслед за Антихристом придет Христос и спасет свое малое стадо, спасет своих верных, то есть целомудренных людей, в том числе и целомудренные семьи. А во-вторых, мы должны делать все для того, чтобы Антихрист пришел как можно позже, чтобы как можно больше душ смогло спастись для Царствия Небесного, для вечной жизни, вечного блаженства, вечного созерцания Божественного Света. Что касается глобализации, то так как она отменяет границы между нормой и патологией, то браком в этом глобальном пространстве, отменяющем культуры, в
в том числе и религиозные культуры, в том числе и христианскую культуру, православную культуру. Неважно будет, двое ли мужчин заключили брак, или две женщины, что с точки зрения нормы браком не является. Так что глобализация уже тем препятствует нормальному браку, что она неправомерно расширяет границы этого понятия. Кроме того, в глобализационный проект входит сокращение рождаемости, сокращение населения, так называемая идея золотого миллиарда. Поэтому брак не может поощряться как нечто нормальное, как нечто желаемое для молодых людей, поскольку брак, как я уже сказала, нормальный брак приводит, как правило, к появлению потомства. Один из признаков глобализации – это насаждение безнравственности, так называемого безопасного секса, пропаганда этого безопасного секса в молодежной среде, навязывание таких моделей поведения и моды, которые плохо сообразуются с браком. Разврат плохо сообразуется с браком, потому что молодой человек, настроенный на распутную жизнь, он будет пробовать, у него будут все новые и новые девушки, которые называются партнерши, а не невесты. Вот, и этим пробам не будет конца, пока он не станет старым или больным, в том числе и больным в отношении воспроизведения потомства человеком, когда брак для него уже поэтому будет неактуальным. Вообще же, вот я снова перехожу на язык церковный, на язык православный, глобализация – это построение антихристового царства. Царство, в котором грех заменит праведность. Безверие и даже поклонение сатане, а не просто безверие, заменит христианскую веру. Содомский разврат заменит брак. Раз уж мы говорим о браке, любовь к скотским удовольствиям заменит любовь к близким, любовь к детям, любовь ко всему, с чем связан брак. Вот тихая жизнь, какие-то тихие радости, которые связаны с супружеской жизнью и с детьми, забота о том, чтобы дети выросли хорошими людьми, чтобы они получили вечное спасение, а для этого у них должна быть тоже праведная жизнь, праведная душа, доброе сердце и так далее. То есть на самом деле это сатанинский проект, и воспитание, если можно так выразиться, не людей, которые будут создавать семьи и продолжать род, и продолжать вообще жизнь в своей отечественной традиции, в своей родной стране. Вот. А это воспитание электората для будущего антихриста. Поэтому, конечно, все, что связано с глобализацией, и особенно нравственные, а вернее безнравственные принципы глобализации, вот это поклонение греху, утверждение разврата как нормы, утверждение садомии как нормы, вот все это препятствует созданию нормальной семьи, потому что все это препятствует формированию каких-то нормальных понятий у молодых людей, которые в будущем должны создавать семью. Патология постепенно занимает место нормы, грех занимает место добродетели. Вот что такое глобализация по отношению к семье. Вообще я хочу сразу сказать, что глобализация – это такой термин амеба. Вот такой известный политолог и публицист, замечательный Сергей Георгиевич Кара-Мурза, он в одной из своих книг, по-моему, в книге «Манипуляция сознанием», пишет о словах амебах. Вот слово «глобализация» или «глобализм» – это типичное слово амеба, когда все нацелено на то, чтобы по возможности люди не понимали, о чем идет речь. Глобализационный проект касается абсолютно всех сфер жизни и, конечно, затрагивает семью.
Вот если говорить светским языком, это такой проект модернизации всемирной, что ли, когда уничтожаются границы государств, уничтожаются традиционные культуры, даже язык. Все должны будут говорить по-английски. Уничтожаются, что важно для нашей темы, границы между патологией и нормой, границы между дозволенным и недозволенным, а переходя на язык церковный, между грехом и праведностью. И вот это прямо затрагивает семью. Дело в том, что семья – это союз любящих мужчины и женщины, которые дают друг другу обет верности, венчаются церковным браком, если это церковные люди, регистрируются в ЗАГСе, даже в церкви теперь принято показывать справку о регистрации брака. То есть церковь уважает государственное признание брака. Вот люди, которые, если они не будут страдать бесплодием или если они не дадут какой-нибудь специфический обет монашеской, братско-сестринской жизни друг с другом, как дал, например, Иоанн Кронштадтский по договору со своей женой Елизаветой. Вот он жил с ней как брат с сестрой. Но это бывает очень редко. Так вот, если этого нет, ни бесплодия, ни договора жить в чистоте рядом друг с другом, то люди, в общем-то, конечно, надеются, что Господь дарует им детей, и они будут иметь детей столько, сколько даст Бог. Вот это есть правильная модель брака. Я надеюсь, что этот проект у нас не пройдет, несмотря на то, что уже очень много признаков в жизни реализации этого проекта. Но мне кажется, что дойдя до какой-то точки кипения, это все получит отпор, потому что церковь в нашей стране тоже укрепляется, и там тоже существует некая параллельная жизнь. Эта жизнь пока существует достаточно прикровенно, она еще молодая, эта жизнь церкви и ее членов, но я думаю, что когда она наберет силу, вот эта параллельная жизнь, противостояние греху, противостояние глобализации, противостояние построению антихристового царства будет явлено, и, соответственно, нарастет достаточно много молодых людей, которые будут готовы создать нормальную семью. Хочу еще сказать, что этому способствует многодетность именно в православных семьях и особенно в семьях священников. С одной стороны, очень грустно, что у нас рождается мало детей, а с другой стороны, когда я бываю в семьях священников, я думаю, что это будет очень качественный народ. Вот те, кто сейчас растет, и те, кто завтра будут молодежью, будут молодыми супругами, матерями, отцами, это люди очень высокого качества. Их будет больше всего, потому что больше всего детей сегодня в семьях священников. Так что нет худа без добра. Сначала я скажу несколько слов о том, как искусственно, это тоже необходимое условие успешности глобализационного проекта, как искусственно разрывается связь поколений, как искусственно подогревается конфликт отцов и детей. И большинство из нас уже убедили в том, что этот конфликт поколений совершенно неизбежен, что он существует от века, то есть, что он появился с появлением людей на земле. А это совсем не так. Да, такой конфликт, конечно, существует. Но в нормальном обществе это конфликт частной семьи, в которой есть ребенок переходного возраста. Да, переходному возрасту, когда, как говорят в народе, играет гормон, когда происходит очень серьезная перестройка всего организма, в том числе и психики ребенка, он устраивает бунт против родителей. Действительно, так Творцом задумано, что в этом возрасте подросток пробует свои силы, причем пробует совершенно неравными
по отношению к родителям возможностями, поэтому его бунт носит демонстративный характер. Он не может тягаться со своими родителями на равных. Поэтому он показывает себя, показывает, что он их в чем-то превосходит, ненормальными средствами. Дурно себя ведет, скандалит, уходит из дома, совершает какие-то дурные поступки, вплоть до антисоциальных, но все это свойственно именно переходному возрасту. И, как я уже сказала, в нормальном обществе это семейная проблема, которая, в общем-то, при нормальном воспитании в культурной семье решается тогда, когда кончается переходный возраст и начинается возраст юношеский. Вот и все. И вот из семейной проблемы эту проблему искусственно делают проблемой социальной и внушают нам, что от нее никуда не деться, что это проблема вечная, проблема отцов и детей, что неправда. Мы прекрасно помним еще по школе, по школьной программе по литературе книгу Тургенева «Отцы и дети». Она появилась как раз примерно за полвека до революции. Что показывает нам, что вот эту проблему начинают подогревать в обществе предреволюционные и революционные силы. Она необходима. Революционерам необходимо оторвать детей от отцов и отцов от детей. Потому что для того, чтобы сбросить с корабля современности, как писал когда-то Маяковский в своем манифесте футуристическом, Толстого, Достоевского, Пушкина и вообще всю традиционную культуру, сначала надо сбросить с корабля современности своих собственных родителей. Сначала надо внушить себе и окружающим, что это предки, черепа, родаки, как их теперь называют в подростковых журналах. Поэтому все их ценности – это чепуха. Они все посыпаны нафталином, но главное, что сами предки посыпаны нафталином, потому что если не сбросить с этого корабля современности собственных отцов, не каких-то абстрактных, а собственного папу и собственную маму, то эти собственные папы и мамы, если ты их еще не перестал уважать, не сбросил, как я сказала, с корабля современности, они тебе скажут: ты что, парень, ты с ума сошел, что ли? Что это ты слушаешь? Что это ты смотришь? Чему ты поклоняешься? Ты что, обалдел, что ли? Так вот, сначала надо наплевать на родителей, чтобы отказаться от культурной традиции. Поэтому всемирные революционные силы, которые сегодня есть, адепты, идеологи глобализации, они очень заинтересованы в том, чтобы оторвать юное поколение от старших, особенно от родителей. Потому что родители, даже если они этого не осознают, даже если это полуграмотные деревенские люди, они являются передатчиками культурной традиции. Они передают традиционный образ жизни, традиционные в данной культуре понятия о добре и зле, о том, что должно, что не должно, что красиво, что некрасиво, что по-человечески, что не по-человечески, что по-божески, что не по-божески. И они и мешают вот этой глобализации, даже если они, как я сказал, сами этого не осознают и не знают даже, что такое глобализация. Они препятствуют разрушению культуры. А я уже сказала, что глобализационный проект, в частности, связан с разрушением культурной традиции. Это будет единое, якобы, всемирное государство, без границ и совершенно унифицированное во всем. В экономике, в политике, в языке и в культуре. Так что для того, чтобы осуществлять этот проект, просто необходимо сделать все, чтобы дети презирали своих родителей. И вот с этим прямо связана ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это суды и все, что связано с судами для несовершеннолетних. Ювентус – это по латыни «юность», юношеская юстиция, юстиция для детей, подростков и
молодежи, не достигшей 18 лет. Дело в том, что по конвенции о правах ребенка, которую наша страна подписала одной из первых, еще будучи Советским Союзом, если я не ошибаюсь, в 89 году, эта конвенция определяет возраст детства как возраст до 18 лет включительно. Вот для таких-то и хотят тут затеять ювенальную юстицию. Можно долго говорить об этом на языке юриспруденции, но я скажу попросту. Это будет такой государственный институт, или, правильнее сказать, собрание государственных институтов, которые дадут возможность ребенку доносить на папу и маму, так же, как и на учителей, и на других авторитетных взрослых. Дело в том, что ювенальная юстиция существует в западных странах уже давно. Скажем, во Франции с 49 года. Плоды она принесла ужасающие, не просто дурные, а ужасающие. Родители уже не смеют воспитывать своих детей. Не то, что в культурной традиции, а вообще даже элементарно. Запрещать им безобразничать, грубить, ругаться, драться. Это все непозволительно, потому что ребенок может в любой момент набрать службу ювенальной юстиции. Ему буквально с горшкового возраста рассказывают, что он, во-первых, имеет право это сделать и должен это сделать. Это не только право, но и долг. И рассказывают, как это сделать. Сегодняшние американские дети, многие, разговаривают со своими родителями, зажав в руке мобильный телефон. И непрерывно шантажируют родителей. Не купишь мне то-то и то-то, сейчас позвоню в службу 911. Не пустишь меня туда-то и туда-то, сейчас позвоню в 911 и так далее. Заметьте, что 911, у нас теперь тоже есть такой номер, это служба чрезвычайных ситуаций. Посмотрите, с чем склеили ювенальную юстицию, куда ребенок будет жаловаться на своих родителей, которые, по его мнению, плохо к нему отнеслись. С чрезвычайной ситуацией – это служба спасения. Значит, это и служба спасения от родителей. Казалось бы, зная, какой страшный опыт мы имеем на Западе, а я еще хочу заметить, что, как правило, ювенальная юстиция совершенно не занимается маргинальными родителями, которые действительно издеваются над своими детьми, жестоко их избивают, толкают к попрошайничеству, толкают на панель и так далее. Вот. С этими родителями как-то все в порядке. Дело в том, что дети, которые и в прямом, и в переносном смысле слова забиты, они не жалуются ни в какие государственные органы. Жалуются, как показал опыт Запада, дети, которых на современном языке называют отвязанные, дети избалованные, дети демонстративные, дети, которых неправильно воспитывали, может быть, из лучших побуждений. А сегодня правильно воспитывать и невозможно на Западе, где уже существует ювенальная юстиция. Я, кстати, когда бывала в европейских странах, а я много там бывала в командировках, я обращала внимание на то, что там совсем нету как-то белого населения нового. Почти не рожают детей, особенно в Германии мне это бросилось в глаза. Потом я уже узнала у знакомых демографов, что в Германии 40 лет отрицательная рождаемость, то есть не на нуле, а на минусе. Население пополняется в основном за счет турецких иммигрантов. Так вот, я по-всякому думала о причинах этого очень страшного, конечно, явления, что страны Запада пустеют. Сегодня я совершенно уверена в том, что не последнюю роль в этом нежелании иметь детей играет ювенальная юстиция. Понимаете, когда мы говорим «ребенок», у нас ассоциация с чем-то маленьким, слабым, трогательным, о чем мы будем, вернее, о ком мы будем заботиться, кому мы будем помогать, кого мы будем опекать и оберегать. А когда мы знаем, что он хоть и маленький, но доносчик, что мы рожаем себе
Павлика Морозова, который, если ему что-то не понравится, позвонит в службу 911, и мы через полчаса, а то и через 10 минут, если эта служба быстро сработает, можем оказаться в наручниках, то, наверное, не очень хочется заводить в доме такого ребенка. Это ведь массовое производство Павликов Морозовых. Заметьте, кстати, что те, кто в начале перестройки громче всех кричали про этого Павлика Морозова, наши правозащитники, наши либералы, так вот именно эти люди сейчас, как выражается, толкают ювенальную юстицию. Именно они громче всех кричат, как это необходимо и как это убережет детей от насилия. Хотя это убережет детей не от насилия, что тоже показывает нам опыт западных стран. Два дня назад я видела по телевизору страшную передачу. Вот это была передача об усыновлении детей иностранцами. И там показывали, что делают с детьми для того, чтобы их отдрессировать в полном смысле слова. Детей, которых привозят из России. В полном смысле слова, потому что для этой дрессировки приглашают бывших дрессировщиков собак. Этих детей придушивают, бьют, привязывают. Придумали даже такую терминологию лукавую – терапию привязыванием. И все это для того, чтобы выбить из них какие-то старые стереотипы поведения и приручить их, как собак, к новым хозяевам. А именно к новым приемным родителям. Вот этим почему-то не занимается ювенальная юстиция. Где она? Это же чудовищное насилие, на которое невозможно было смотреть по телевизору. Нет, ювенальную юстицию придумали именно для того, чтобы благочестивые родители не имели права, боялись бы запретить своим детям дурное. И действительно, с точки зрения прав ребенка, которые будут преподаваться детям чуть ли не с утробы матери по замыслу этих ювенальщиков, хотя конвенция о правах ребенка была придумана вовсе не для того, чтобы ее изучали дети, ее должны знать юристы, которые занимаются проблемами несовершеннолетних, может быть, педагоги, родители, но во всяком случае не дети. Так вот представьте себе, что у нас существуют какие-то уроки типа сексуального просвещения, а их все время грозятся ввести, не говоря уж о том, что эти сексуальные сведения, растлевающие детей и растормаживающие сферу влечений, как теперь модно говорить, интегрировали во многие другие традиционные дисциплины, в такие как биология, география и даже литература. Так вот, представьте себе, что хорошие родители, нормальные, нравственные, благочестивые родители не разрешат своему ребенку посещать уроки, которые губят его нравственность. Они немедленно будут обвинены в том, что они нарушают священное право ребенка на образование. Представьте себе, что благочестивые родители не разрешат ребенку покупать грязный подростковый журнал «Молоток» или «Cool Girl». Их можно судить, если воцарится ювенальная юстиция, за то, что они перекрыли ребенку священное право на информацию. А уж если посмеют девочку-подростка или мальчика-подростка не пустить в какой-нибудь там жуткий интернет-клуб, вы, наверное, знаете, что интернетная зависимость, которая называется по науке кибераддикция, это одна из самых страшных зависимостей, и многие мои коллеги-психологи, детские психиатры и даже педиатры считают, что это форма геноцида, это форма истребления будущего мужского населения. Вот настолько это влияет на все, и на психику, и на физиологию, и на анатомию, потому что это вызывает сколиоз и костные болезни руки, которые ребенок все время нажимает на клавиши. Ну, не говоря уж о том, что он получает там жуткую информацию, жуткую по своей жестокости и по тем сатанинским образам, которые можно наблюдать в некоторых компьютерных играх, причем очень популярных.
Так вот представьте себе, что мать или отец не пускают мальчика в интернет-клуб или на дискотеку, на которой происходит ночное беснование с раздачей презервативов, наркотиков и еще с более страшными вещами. Нормальные родители не могут в такие места пускать своих детей. Они, конечно же, будут обвинены ювенальной юстицией в том, что они перекрыли своим детям право на отдых. Ну и так далее. Такого очень много. А уж если они в церковь, не дай бог, повели, применив какие-то угрозы или даже уговоры, но они трижды виноваты, потому что они нарушили право на свободу совести. Не хочет ходить в церковь их ребенок, и не надо, не смейте на него давить. Те люди, которые хотят насадить ювенальную юстицию, они нам говорят, конечно же, что это все ради тех несчастных детей, к которым применяют насилие. Ну, вы знаете, очень многие гадости, которые сегодня насаждают, они упакованы в такую чудесную обертку гуманизма. Собственно, это и есть сущность информационной войны, в которой мы живем уже который год. Какая-то гадость, что-то очень вредное, упаковано в яркую, приятную оболочку. Поэтому одну из наших книг, написанных с Татьяной Львовной Шишовой в соавторстве, мы так и назвали «Оргия гуманизма». Вот сейчас происходит оргия гуманизма. Все только для блага человека. Мы очень часто реагируем на узнаваемую, приятную, благородную гуманистическую оболочку и не ощущаем, что в эту оболочку запихивают какой-то очередной яд, как правило, смертельный для продолжения жизни. Для продолжения жизни, во всяком случае, в условиях нашей культуры, нашей веры, нашей страны. Еще адепты ювенальной юстиции ссылаются на то, что ювенальная юстиция будет защищать малолетних преступников от колоний. Их просто будут реабилитировать. Реабилитировать в каких-нибудь медико-педагогических или медико-психологических центрах. Вот, и они не будут засужены, что ли. Дескать, колония, она только сделает из них еще больших преступников. Хотя хочу сказать, что это ложь. Я недавно побывала в колонии для несовершеннолетних преступников под Можайском и видела там страшных преступников, не достигших 18-летнего возраста, в том числе и убийц. И хочу сказать, что если где-то есть еще в России место, в котором можно наблюдать нормальное воспитание как целостную систему, то это колония, начиная с территории. Вот я вошла на территорию, это было лето, и везде увидела портреты русских героев, как дореволюционных, так и послереволюционных, как Кутузова и Нахимова, так и маршала Жукова. Около каждого портрета была краткая справка об этом герое. Уже как-то стало приятно. В обычной школе вы сегодня не увидите во дворе таких портретов. Да, к сожалению, в интернате тоже. А вот в колонии я увидела. Ну и я обратила внимание, как выдержанно вели себя эти ребята, вчерашние преступники, как долго и внимательно они слушали, хотя то, что они слышали, было достаточно сложно для их понимания. Как они потом слушали воспитателя, унося на место стулья и убираясь в зале. Так что жалко, если это все будет уничтожено. А что же придет на смену? Где же будут реабилитировать малолетних преступников? Что же это за медико-психологические и медико-педагогические центры? Это, например, центр планирования семьи для подростков. Я лично побывала в таком центре. Вот там как раз подростков
научат, как пользоваться презервативом, что такое безопасный секс им расскажут, как ничего плохого нет в однополых связях, ну и так далее. Все, что полагается рассказывать для того, чтобы не было потомства, для того, чтобы опустошать территорию. Вот представьте себе малолетнего преступника, у которого и так эта низовая сфера расторможена, потому что преступник – это подросток, молодой человек, повышенно агрессивный. Вот. Ему еще больше эту сферу растормозят рассказом о безопасном сексе, потому что словосочетание «секс» и «насилие» недаром является словосочетанием, часто употребляемым. Когда растормаживаешь что-то одно в сфере ниже пояса, обязательно растормаживается и все соседнее. Так что секс и насилие – это нижепоясные инстинкты, нижепоясные рефлексы и реакции, вот, которые очень тесно связаны друг с другом. Так что вот этим ребятам как раз не хватает для того, чтобы они стали уже настоящими, закоренелыми преступниками, только взятие на поруки такими чудными, в кавычках, медико-психологическими и медико-педагогическими центрами. Вот. Так что я думаю, мы должны сделать все для того, чтобы ювенальной юстиции в нашей стране не было, тем более, что ее отрицательные результаты по западным странам нам известны. У меня в Америке уже который год работает младший брат, имеющий 3 детей. Так что я хорошо знаю из первых рук, что такое ювенальная юстиция и как невозможно воспитывать детей, даже если твои дети растут в русской семье, его дети растут в православной семье, ходят в церковь. Поэтому они на своих родителей не донесут, но зато это сделают соседи. Там дома, во-первых, с очень тонкими стенами, а во-вторых, как правило, даже у людей, живущих в частном доме, совершенно нет никакой территории, поэтому вот эти домики с картонными стенами стоят очень близко друг к другу. И если папа повышает на своего сына голос, как мне объяснил мой брат, то сосед, даже не интересуясь, по какому поводу папа повышает голос, может тут же позвонить в ювенальную юстицию. И к папе придут. И он или должен будет откупиться огромным штрафом, или пойдет за решетку. Я думаю, что такое будущее ждет и нас, если мы согласимся на закон, утверждающий в нашей стране ювенальную юстицию. Так что угроза семье самая прямая будет от ювенальной юстиции. Людям, которые живут целомудренно, живут по совести, живут по заповедям, ничего не страшно. Но им прежде всего ничего не страшно, потому что они знают, что жизнь не кончается со смертью, в том числе и со смертью, которую может принести какая-то катастрофа. Они знают, что для человека верующего, для человека праведного жизнь будет длиться вечно. Она не кончится с физической смертью. Он воскреснет, причем воскреснет в теле, в преображенном теле и в преображенном мире. Как сказал Господь, будет новое небо и новая земля. Вот прежде всего поэтому ему ничего не страшно. Ну и, конечно же, если наша страна будет состоять из множества целомудренных людей, прежде всего целомудренной молодежи, потому что молодежь – это граждане завтрашнего дня, они будут решать жизнь, они будут управлять во многом этой жизнью. Жизнью, конечно, управляет Господь, но все-таки Господь смотрит на то, как управляют люди миром, который он им дал. И вот если люди будут управлять миром по божественным установлениям, если они будут у мира сего, как говорят в православии, 5 за 5 отвоевывать для мира Божьего, отвоевывать пространство нашего спасения, потому что земное отечество – это пространство нашего спасения. И если они будут твердо стоять на этой отвоеванной территории, беречь ее, охранять,
хранить ее в целомудрии, то никакая глобализация не страшна. Хотя апокалипсис предрешен, мы знаем откровение Иоанна Богослова, мы знаем, что этот мир должен кончиться приходом Антихриста. Но не будем забывать, во-первых, что вслед за Антихристом придет Христос и спасет свое малое стадо, спасет своих верных, то есть целомудренных людей, в том числе и целомудренные семьи. А во-вторых, мы должны делать все для того, чтобы Антихрист пришел как можно позже, чтобы как можно больше душ смогло спастись для Царствия Небесного, для вечной жизни, вечного блаженства, вечного созерцания Божественного Света. Что касается контрацепции, то насаждение контрацепции – это, конечно же, пропаганда, прямо связанная с глобализацией, потому что, как я уже сказала, в глобализацию входит идея Римского клуба, идея золотого миллиарда. Ну, что на Земле должно остаться не более 1 миллиарда людей, это будут отборные люди, непонятно, правда, кто будет работать на эту всемирную элиту. Ну, вероятно, всемирная элита, которая это задумывает, считает, что скоро люди для обслуживания уже будут не нужны, их заменят биороботы, поэтому элита останется без живой человеческой обслуги. Так что пропаганда контрацепции – это пропаганда опустошения территории, пропаганда золотого миллиарда, пропаганда снижения рождаемости. Как мы знаем, в нашей стране, к сожалению, есть представительство этой международной организации планирования семьи, центр которой находится в Лондоне, а деньги она получает в основном из Америки. Но Америка вообще является таким всемирным денежным мешком, в основном для того, чтобы творить всякие мерзости. В данном случае эта мерзость, конечно, имеет отношение к глобализационному проекту. Что касается влияния на отношения супругов контрацепции, я думаю, что любая искусственность, а контрацепция – это уж такая искусственность, что дальше некуда, это вторжение в тайну зарождения жизни, грубейшее вторжение, не может не влиять дурно на семью. Отношения в семье, отношения супругов должны сопровождаться тайной. Представьте себе, когда супруг знает, что жена его как-то готовится, приняв таблетку. Вот, ну, каково ему будет? Это же ужасно. Ведь интимные отношения как-то должны быть не только тайными, но и стихийными, а не по заказу. А когда один из супругов, а тем более оба, потому что она приняла таблетку, а он знает, что она принимает таблетки, знают, что они готовятся к этому соитию, причем соитию не для деторождения, а вот для этого самого безопасного секса, ну, конечно, это не может не влиять отрицательно на отношения мужа и жены, потому что уже нет романтической тайны в этих отношениях, нет спонтанности тяги друг к другу, она должна быть спонтанной. Я хорошо помню, как один мой друг, это был музыкант, который приехал в Москву для того, чтобы жениться на иностранке. Зная, что здесь очень много иностранных студенток, он приехал, снял здесь квартиру и ловил невест. И поймал. Поймал невесту из той страны, в которую ему хотелось уехать. А именно из Франции. Это была очень милая барышня из Парижа, барышня-славистка, которая занималась изучением творчества Достоевского и, как выяснилось, тоже надеялась на жениха, потому что во Франции очень трудно выйти замуж. Там уже 20 лет назад, а эта история случилась 20 лет назад, давно пропагандируется безопасный секс, пробные браки, отсутствие брака и так далее. Поэтому она знала, что надеяться ей не на что, поскольку она была не красавица и из небогатой семьи. И она, собственно, как выяснилось потом, специально приехала в Москву для того, чтобы найти жениха. И вот нашелся мой друг, человек очень пылкий. Он быстро влюбился в свою будущую невесту.
Вот. Но поскольку она ему сказала, что во Франции приняты пробные браки, то она сначала попробует, а она поселилась, переехав из общежития Московского университета, в ту квартиру, которую он снимал. И вот однажды этот пылкий молодой человек пришел ко мне в гости. Он обычно в последнее время приходил со своей будущей невестой, а тут он пришел один и сказал: «Все, я больше не могу. Мне не нужна никакая Франция. Мне на все наплевать». Я говорю: «Володя, что с тобой? Ты же так хотел этого. И Моник такая милая девушка». Он сказал: «Я не могу больше, я не могу ничего делать по заказу. У нее все по часам. В 12 ночи она принимает душ, в час ночи начинается безопасный секс. Я больше не могу. Я не могу по часам, я не могу это делать по режиму. Я творческий человек, я спонтанный человек». Понимаете, дело было не в том, что он творческий человек. Дело в том, что этот человек все-таки не во Франции вырос. И для него эта сфера жизни, ну, была окружена каким-то ореолом романтизма и тайны. Он действительно не мог этого делать по часам. А она могла, а ее уже научили, потому что она уже училась в парижской школе на уроках сексуального просвещения, потому что это полезно. Это в режиме надо делать, как чистить зубы, как принимать душ. Это полезно, потому что мужской гормон проникает в женский организм и приносит пользу. Конечно, не надо забывать о контрацепции, а так все остальное очень полезно. Это приносит удовольствие и гормональную пользу. С большим трудом удалось его уговорить. Он все-таки уехал во Францию, но признавался мне, что почти что перестал быть мужчиной. Вот к чему привела контрацепция в сочетании с режимом сексуальных отношений. А контрацепция обязательно будет связана с режимом, потому что если вы приняли таблетку, то именно вот сейчас и надо приступить. Так что, конечно, контрацепция очень вредна для супружеской жизни. Я уж не говорю о том, что она разрушительно влияет на женское здоровье, просто смертельно для женского здоровья. У нас с Татьяной Львовной есть такая книга о планировании семьи, она называется «Наследники царя Ирода». И мы целую главу посвятили в этой книге влиянию контрацепции на женское здоровье. Мы так и назвали эту главу «Лекарство от жизни». Не только потому, что это препятствует зарождению новой жизни, то есть зачатию ребенка, а это препятствует и жизни женщины. От сердечных до психических заболеваний вызывает гормональная контрацепция. Так же, как очень вредна и контрацепция с помощью спирали. Любая контрацепция очень вредна. Все, что разрушает, все, что препятствует тайне новой жизни, все вредно. Вообще вредно делать то, что Господь не задумывал о человеке, что противоположно божественному замыслу о человеке. Целомудрие очень красиво. Вот если вы посмотрите самым непредубежденным взором, непредубежденным ни с какой стороны, ни с либеральной стороны, не с традиционной стороны, а вот просто объективно посмотрите на девушек, которые стоят в церкви, на девушек, которые живут в православных семьях. Я только что была в Марийской области, в городе Волжске, и жила в семье, где верующая мать, и она в вере воспитала дочь. Вы знаете, от этой дочери, от ее подруг, которые тоже из православных семей, просто нельзя было оторвать глаз, потому что лицо и личность недаром по-русски однокоренные слова. Лицо – это проекция личности. И вот у этих девочек совсем другие лица. Они красивые, они освещены каким-то внутренним светом целомудрия, какой-то сосредоточенности, что ли. Целомудрие неправильно понимается многими людьми как нечто
частное, как, например, сохранение девственности до брака. Целомудрие – это целостная мудрость или мудрость целостности. Вот цельный человек – это и есть человек целомудренный, у которого слова не расходятся с делами, вера в Бога не расходится с жизнью, который, выходя из церкви, выходя из церковной ограды, остается верующим православным человеком, являет это в жизни, где бы он ни учился, где бы он ни работал, с кем бы он ни общался. Он целомудренен. Он не расщеплен на разные куски. Его личность не расщеплена. Он целостен. Хотя он, конечно, может быть разным по поведению, там даже по одежде в разной среде. Если он идет в церковь, он одевается строго и, может быть, нарядно, если он идет на воскресную службу. Если он идет на работу, а работа у него, например, в молодежной среде, он не надевает галстука, он надевает ковбойку и расстегивает первые две пуговицы воротничка, чтобы легче было дышать. Он по одному ведет себя со старшим поколением, немножко по-другому со своими ровесниками, совсем по-другому с маленькими детьми. Это абсолютно естественно. Но в главном он сохраняет единство внутреннее. Он не предает Бога, он не предает божественное установление, то есть заповеди. Он не предает свою совесть. Он не предает свою культуру, своих родителей, своих детей, свою страну. Вот это и есть целомудрие. И, конечно же, я повторяю, любой человек, вот когда сравнит целомудрие и развращенность, положа руку на сердце, даже если он сам не целомудренный, он никогда не скажет, что развращенность выглядит красивее. Она очень уродлива. Вообще безнравственность, то есть антицеломудрие, оно не эстетично. А нравственность, целомудрие, наоборот, очень красиво. Этика и эстетика неразрывно связаны между собой. Что нравственно, то красиво. А что развратно, то уродливо. В какие бы пестрые одежды это уродство не рядилось.